почувствуйте, как стопа пытается уйти глубоко внутрь, в пол. Немножечко попереходите тяжестью тела на внешнюю поверхность, на внутреннюю. И начинайте чувствовать, как импульс движения от стопы уходит в колено. Все движения очень мелкие. От колена чувствуйте движение, которое переходит на бедра. Из бедер плавно движение чувствуем в позвоночный столб, голова. Почувствуем руки. Угу. Это движение является настройкой нашего танцевального урока. Для чего необходимо почувствовать все тело одновременно? Чувствуем стопы. Чувствуем бедра. Чувствуем грудную клетку. Чувствуем руки. Не теряем внимания из пальчиков. Голова, шея расслаблена. Отлично. И как только мы настроились, отстраиваем нейтральное положение. Что такое нейтральное положение? Параллельно стоп, бедра внутрь, передняя часть пресса подтянута, копчик опущен вниз. Плечи открыты. Представьте, что ваша грудная клетка наполнена любовью. Макушка всегда в состоянии, когда вы чем-то удивлены. И небольшие движения плечами назад. Отлично. Самый лучший момент – это от каждого движения получать удовольствие. Работа по очереди. Левое-правое плечо. Чувствуем стопы, пресс подтянут, грудная клетка в состоянии вдоха. Отлично. Плечики уходят вперед. По одному. Вперед, вперед. Отлично. А теперь почувствуем движение плечо, локоть, запястье. Представьте, что воздух пошел снизу и выходит через правую руку. Снизу, через левую руку. Движения легкие. Начинается из центра. Угу. Так как по анатомии движения наши руки начинаются не от плеча, формирование мышц идет в центр. Продолжаем движение. Легкие. Пресс подтянут. Грудная клетка в состоянии вдоха. Плечи расслаблены. Макушка высоко. Угу. Отлично. Ручки через центр, вверх через стороны, но плечики находятся внизу. А разворот запястьев и опускаем ручки вниз. Еще разок. Через сторону и вниз. И еще одно движение. Расслабьте шею, расслабьте лицо, наслаждайтесь движениями. Встряхнули ручки, почувствовали свободу движений. Отлично. Движение начинается через центр. Хорошо. Открытие рук, плечи опущены вниз. Еще разок. Центр. Плечи опущены вниз. Расслабляйте шею и лицо. Заключительное движение рук. Вверх. И вниз. Отлично. Переходим к бедрам. Проверьте нейтральное положение. Стопы параллельно. Копчик в пол. Грудная клетка. Ее распирает от любви. Макушка вверх. Бедра совершают движение слайд. Слайд. Ручки открыты. Следите за тем, чтобы ваши колени были на одном уровне. Подвздошные косточки находятся также на одном уровне. Старайтесь изолировать движение грудной клетки. Это движение только бедер. Слайд. 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 Ручки открыты, плавно идут вверх. Хорошо. Ручки остались вверху, плечики опустились вниз. Движение слайд продолжается. Еще.
почувствуйте движение в тазобедренных суставах. Плавно опускаем ручки. Отлично. Зафиксировали положение бедер. Грудная клетка в состоянии вдоха. Слайд, но уже грудной клеткой. Теперь представьте, что бедра являются вашим фундаментом. Движение грудной клетки право, лево. Вы можете зафиксировать руки на уровне бедра для того, чтобы проверить, что ваши бедра остаются на месте. Отлично. При каждом движении старайтесь расслаблять мышцы лица, мышцы шеи. Хорошо. Ручки открываем. Продолжаем слайд грудной клеткой. Но не забывайте грудную клетку. Ее всегда распирает от любви. Макушка высоко. Пресс подтянут. Слайд продолжаем. Отлично. Чувствуйте платформу. Бедра сейчас являются фундаментом. Прочувствуйте, что в слайде грудной клетки ваши стопы равномерно распределяют тяжесть тела. Отлично. Нейтраль. Совместим движение. Право. Точка. Право. Точка. Еще разок. Право. Точка. Право. Точка. Еще раз. Два. Три. Четыре. Макушку держим. Отлично. Хорошо. Смена стороны. Бедра. Лево. Центр. Грудь. Лево. Центр. Еще разок. Центр. Угу. Продолжаем. Раз. Два. Три. Еще. Четыре. Три. Два. Центр. Отстроили нейтральное положение. Грудная клетка в состоянии вдоха. Сделаем пару движений плечами. Расслабили руки. Хорошо. Отлично. Переходим к движению грудной клетки. Макушка остается наверху. Грудная клетка вверх, вниз. Ручки можете поставить на бедра для того, чтобы зафиксировать их положение. При движении грудной клетки вверх следим, чтобы мышцы спины не уходили назад. Всегда в центр. Угу. Помним правила. Здесь мы скромные, здесь мы гордые, здесь мы удивленные. Угу. Продолжаем движение грудной клетки. Угу. И еще раз, два, три. То же самое, увеличиваем скорость. Два и раз, два. Стараемся мышцы шеи расслабить, мышцы лица расслабить. Руки свободные. Угу. Стопы параллельно. Еще четыре, три, два. Отлично. Формируем положение нейтрали. Я всегда буду про него напоминать. Потому что положение нейтрали – это ваша здоровая поясница. Движения колени мягкие. Бедра внутрь, грудь открыта. Движение к центру. К центру. Грудная клетка является фундаментом. Отлично. Хорошо. Ощущение, что животик входит внутрь под ребра. Угу. Избегайте положения слишком далеко назад. Это огромная нагрузка на поясницу. Больше внутрь. Внутрь. Скромнее. Еще скромнее. Восточный танец – это танец чувственности. Она всегда бывает скрыта. Продолжаем. Еще. Ручки плавно вверх. Ага. Плечи вниз. Шея длинная. Угу. Те же самые движения. Темп. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Шея расслаблена. Молодцы, продолжаем. Плавно ручки расходятся в сторону. Шея длинная. Еще четыре, три, два, один. Комбинируем движение. Грудная клетка вверх, вниз. Бедра внутрь, на место. Вверх, вниз, внутрь. На место. Продолжаем. Вверх, вниз. Внутрь, на место. Еще. Вверх, вниз. Внутрь. Продолжайте. При этих движениях следим за поясницей.
так как при движении вверх очень часто исходят ошибки уведения ягодиц назад. Следите. Угу. Еще вверх, вниз, внутрь, на место. Еще вверх, вниз, внутрь, все то же самое, темп. И вверх, внутрь, вверх, внутрь, вверх, внутрь. Продолжаем делать то, что мы делаем. И помним, всегда расслабляйтесь. Не перенапрягайте лишние мышцы. Лицо должно быть постоянно расслаблено. Еще 4, 3, 2, 1. Хорошо. Сбросим напряжение с плеч. Еще один круг. Хорошо. Чуть-чуть сменим положение стоп. Угу. Прочувствуйте каждый суставчик, каждый пальчик. Коленочки, бедра. Отлично. Мы снова переходим к положению работы с бедрами. Стопы параллельно на ширине подвздошных косточек. Внутрь. Открыли, потянули. Всегда помним правила. Скромные, влюбленные, гордые, удивленные. Слайд в сторону. Уведение бедра назад. По диагонали. Слайд. Назад, слайд, назад, слайд, назад. И очень плавно совмещаем движение. Раз. Еще. Молодцы, плечи расслаблены. Раз, два, раз, два. Чувствуйте стопы, стопы параллельно. Избегайте положения ягодиц, уходящих назад. Главная ошибка. Нагрузка на поясницу. Скромные. Угу. Еще. И раз. Раз. Плавно уводим ручки вверх. Угу. Продолжаем делать то, что делаем. Еще. Шея расслаблена. Плавно ручки в сторону. 4, 3, 2. А теперь смена. Слайд. Бедро. Вперед. Слайд, бедро вперед, слайд, вперед. Держим грудную клетку. Ага, слайд, вперед. Представьте, что сейчас дом перевернули вверх ногами, и фундаментом является грудная клетка. Все движения совершаются в нижней части бедра. Грудная клетка от вдоха поднимается вверх, но дыхание свободное. Не сдерживайте дыхание. Танец – это всегда расслабление. Делайте то, что вы чувствуете. Делайте так, как вы чувствуете. Еще. Ручки вверх. Отлично. Плечи вниз. Шея расслаблена. Угу. Плавно ручки опускаем. Молодцы. Хорошо. Центр отстроили. Теперь наши бедра будут рисовать круг. Представили? На полу кто-то нарисовал вам круг. Мы его нарисуем только бедрами. Слайд лево, чуть-чуть вперед. Слайд право и внутрь. Слайд, 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 слайд. Здесь, как и в предыдущем случае, грудная клетка является основой, фундаментом. Вокруг фундамента работают бедра. Еще. Плечи опущены. Хорошо. Избегайте ошибок. Уведение ягодиц назад. Подтягивайте пресс. Отлично. Продолжайте. Угу. Сменим сторону. Поехали. Еще. Раз. Два. Плечи опущены вниз. Два. Раз. Два. Четыре. Три. Два. Хорошо. Стряхнули напряжение с плеч, шеи, ручки. Угу. Почувствовали стопы. Отлично, молодцы. Мы продолжаем. Мы переходим к движению бампа. Бамп – это движение удара вверх. Ножку на носок. Основой сейчас у нас является левая нога. Здесь мы все так же скромные, гордые, удивленные. Опорная коленочка чуть-чуть мягкая. Это позволит нам хорошо амортизировать.
Отлично. С помощью косых мышц бедро вверх, вниз, вверх, вниз. Избегайте скольжения грудной клетки вверх. Представьте, что бедро стремится под мышку. Угу, отлично. Чуть быстрее. Вверх, вверх. Представьте, сейчас здесь находится барабанчик, и вы хотите бедром ударить по этому барабанчику. Угу, еще. И бамп, бамп. Плечи расслаблены, шея длинная. От каждого движения получаем удовольствие. Плавно ручки уходят вверх. И еще. Угу. Плавно вниз. 4, 3, 2. Молодцы. Сменим ногу. Опора является правая нога. Присед. Втянули. Открыли. Раскрыли плечи. Шея длинная. Начинаем бампы с левой стороны. Подтяжка вверх. Опустили. Вверх. Опустили. Держим ребра на одном уровне. Вверх. Вверх. Молодцы. Продолжаем. Еще. И здесь тоже находится барабанчик. Каждый раз бедро хочет ударить в этот барабанчик выше. 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 Еще. Грудная клетка на месте. Шея расслаблена. Еще. 4, 3, 2. Молодцы. Сейчас мы будем производить удары, но со сменой ноги. Шаг, удар, точка. Шаг, удар, точка. Получаем раз, точка. Раз, точка. Раз, точка. Раз. Молодцы. Но только чуть сильнее бьем. Пам. Угу. Пам. Отлично. Шея расслаблена. И раз, раз, раз. Угу. Еще раз. С движения бампа есть перемещение. Мы можем с этим движением уходить назад. Так же, как и вперед. Вперед, точка. Вперед, точка. Вперед, точка. Чуть-чуть назад, все вместе. Отлично. Угу. Хорошо. Движение бампа – это удар вверх. Сейчас мы с вами разберем движение дропса. Дропс – это падение. Опорой является левая нога. Присед, втянули, открыли, потянули. Подтягиваем бедро вверх с помощью косых мышц. Не меняем положение плеча вверх. И отсюда идет падение. Внимание, падение идет на опорную ногу. На опорную ногу. Она амортизирует движение. Угу. Дропс. 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 Следим за плечами. Они расслаблены. Молодцы. Продолжаем. Все то же самое, но темп. Дропс. Еще. Плавно ручки вверх. Хорошо. Угу. Теперь представим, что барабанчик находится снизу. И мы сильнее бьем по нему. Угу. 4, 3, 2, 1. Смена ноги. Хорошо. Опора правая. Втянули, открыли, потянули. Бедро вверх. Дропс. Бедро вверх. Дропс. Напоминаю, что дропс происходит падение на опорную ногу. Угу. Дропс. Чуть быстрее. Ап. Еще. Следите за вашими плечами, они должны быть расслаблены. Шея расслаблена, макушка вверх. Еще. Чуть сильней, сильней. Молодцы. Смена ноги. Дропс, точка. Дропс, точка. Дропс, точка. Дропс. Еще. Пам. Пам. Продолжаем. С этими движениями, с дропсом, так же, как и с бампом, мы можем перемещаться вперед в пространстве или назад. Вперед. Сходим назад. 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 Угу. Хорошо. Теперь мы с вами сделаем цепочку движений. Продвигаясь вперед, мы будем делать бамп, удары вверх. Бамп, точка. Бамп, точка. Бамп,
точка, бамп, точка. После 4 ударов вверх мы отходим назад, но делаем падение. Мы делаем дропс, точка, дропс, точка, дропс, точка, дропс, вперед, бамп, бамп, точка, левая, правая, левая, назад, дропс, меняем ногу, дропс, идем вперед, бамп, хап, барабанчик, ап, ага, ап, ап, падение, бум, 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 еще разок, вверх, шея расслаблена, 4, 3, 2, 1, хорошо, сделаем шаг назад, втянули, открыли, потянули, сделали вдох и выдох, хорошо, чуть-чуть сняли напряжение с плеч. Сейчас мы с вами сделаем цепочку движений вперед-назад и совместим элементы с плечами. Плечи назад-назад, назад-назад. Угу. Хорошо. Еще. Чуть сильнее продвигаем плечи. Молодцы. Делаем бамп, точка. Бамп, точка. Еще. Бамп, точка. Последний. Бамп, точка. Плечи. 4, 3, 2, 1. Начинаем дропс, дропс, точка. Дропс, точка. Дропс, точка. Последнее движение. Дропс, точка. Чуть быстрее сначала. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Бамп. Раз, два, три, 4, 5, 6. Молодцы. Вперед, бампы. Раз, два, три. Плечи. Ага. Отходим назад. Дропс, 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 дропс. Плечи. Угу. Молодцы. После движения отхода назад мы вспоминаем движение восьмерки. В сторону, вперед. В сторону, вперед. Угу. Следим за тем, чтобы грудная клетка была на месте. Вдох. Шея длинная. Макушку вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отлично. Мы с вами сделаем небольшое движение. Совместим восьмерку с круговым движением. Вперед, вперед, вперед. Остались в правой стороне. И по кругу. Ага. И ушли в точку. Готовы? Еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Еще разок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Последний разок повторим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы, готовы начать сначала? Проходка вперед. Делаем бампы. Готовы? Поехали. Раз, два, три, 4. Плечи. 5, 6, 7. Дропс назад. Раз, два, три, 4. Плечи. 5, 6, 7. Восьмерка. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8. Угу. У нас получился уже маленький танец. Предлагаю еще разок его повторить. И выучить еще несколько движений. Готовы? Поехали. Раз, два, три, 4. Плечи, плечи, плечи. Назад. Раз, два, три, 4. Плечи, плечи. Восьмерка. И раз, два, три, 4. Круг. 5, 6, 7, 8. Отлично. Мы сегодня с вами разберем еще одно движение. Восьмерку, но уже объемную. Либо это движение называется майя. Носочек вверху, в себя, открыли, потянули. Всегда оставляйте опорную ногу чуть-чуть подсогнутой. Это даст возможность очень хорошо амортизировать движение. Бедро идет вверх. Закрепили вверху. Ребро остается на месте. Слайд скольжения в сторону. Слайд скольжения в сторону. Еще разок.
остались во внешней стороне. Опустили бедро вниз и совместили по центру. Получаем движение вверх, движение в сторону, движение вниз и на место. Вверх, в сторону, вниз и на место. Чуть быстрее. Раз, раз, раз. Держите грудную клетку в состоянии вдоха. Молодцы. Чуть выше движение бедром. Почувствуйте, как начинает работать тазобедренный сустав. Чувствуете ваши руки? 4, 3, 2, 1. Молодцы, все то же самое. Повторим с левой стороны. Готовы? Отлично. Бедро вверх. Держим ребра. Слайд в сторону. Прочувствуйте несколько раз это движение. Бедро находится в верхнем положении, но в то же время оно скользит. Опустили вниз и центр. Совместим. В сторону. Вниз. Центр. Вверх. Грудь держим. В сторону. Вниз. Центр. И раз. 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 Вы видите, что это так просто. Плечи открыты. Грудная клетка в состоянии вдоха. Макушка вверху. Еще. Получайте удовольствие от каждого движения. 4, 3, 2. Совмещаем. Правое бедро вверх. В сторону. Вниз. Центр. Левое бедро вверх. В сторону. Вниз. Центр. Совместим два движения, и мы получим восьмерку. Готовы? Поехали. Раз. Центр. Раз. Центр. Раз. Центр. Еще разок. То же самое, только чуть быстрее. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжайте делать то, что вы делаете. Держим грудную клетку в состоянии вдоха. Движение Майя или объемная восьмерка идет в двух вариантах. Вы можете опустить пятки и продолжать делать то, что вы делаете. Тогда тазобедренный сустав чуть больше работает. Вы почувствуете, как сильнее он начинает растягиваться. Если вы уходите на носок, вы можете бедро поднять выше. Но стоит это движение добавить к предыдущей нашей связочке. Готовы? Поехали. И раз, два, три, плечи, пять, шесть, семь, дропс. Раз, два, три, плечи, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Внимание. Раз, два, точка. Раз, два, точка. Молодцы. Готовы? Повторим еще раз. 4, 3, 2, поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Бедро. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восьмерка, объемная, раз, два, держим, другую сторону, раз, два, держим, сначала, и бамп, 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 плечи, оп, угу. Отходим назад с дропсом, и дропс, 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 плечи. Молодцы. Отлично. Восьмерка. И раз, два, три. Держим. Круг. Пять, шесть, семь. Центр. Восьмерка. Раз, два. Точка. Другую сторону. Раз, два. Точка. Последнее движение с восьмеркой. Во время точки вы можете уводить голову в сторону. Тем самым вы добавляете акцент на бедро. Попробуем. Готовы?
с восьмерки. Акцент. Молодцы. Раз, два, три. Еще разок. Раз, два. Еще разок. Раз, два. И уже с этим движением сначала. И бамп. Четче движение. Каждое движение четко. Плечи. Отлично. Отходим назад. Дропс. Падение бедра. Угу. Плечи. Отлично. Восьмерка в плоскости. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Центр. Раз, два. Акцент головой на бедро. Молодцы. Раз, два. Акцент головой на бедро. Отлично. Чуть-чуть расслабим тело. Расслабили, потянули ручки. Расслабили, потянули ножки. Расслабили шею. Хорошо. Сейчас мы с вами выучим то движение, которое является жемчужиной восточных танцев. Это трясочка. Начнем мы с коленной тряски. Каким образом она выполняется? Это всегда нейтральное положение. Открытая грудная клетка и высокая макушка. Движение коленей назад. Движение коленей ускоряется. Следите за положением грудной клетки. И если грудная клетка опустилась вниз, поверьте, вы получите тряску, но уже не живота. Чуть выше. Угу. Старайтесь не перенапрягать колени. Движение тряски через напряжение уведет напряжение в ваше лицо. Расслабьте лицо и просто получайте удовольствие. Угу. Отлично. Молодцы. Ручки через центр вверх. Угу. Проверяем. Дыхание свободное. Плечи расслаблены. Угу. Опустили ручки. Снова через центр вверх. Отлично. Опустили в другую сторону. Повторим то же самое движение с руками. Но сделаем движение вверх. И опустим вправо. Снова движение вверх. И опустим влево. Молодцы. Все то же самое, только с трясочкой. Проверяем. Коленочки работают. Нейтральное положение. Не забываем про поясничку. Берегите зону поясницы. Грудная клетка в состоянии вдоха. Шея расслаблена. 4, 3, 2. Руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Угу. Еще разок. Ручки вверх. Угу. Уводим в сторону. Молодцы. Вверх. Отлично. Уводим в сторону. Открыли руки. Трясочка продолжается. Продолжаем трясочку. Суть каждой трясочки – это расслабленность колен. Если вы чувствуете, что пока что оно у вас не получается, не переживайте. Все возможно, главное терпение и тренировки. Как только вы почувствовали где-то то движение, когда вы уже чувствуете, она у вас есть, через некоторое время чаще всего оно может потеряться. Снова начинайте с базы, плавно растрясайте колени, увеличивайте скорость и начинайте так каждый раз, пока вы не почувствуете, что во время приготовления борща вы можете спокойно делать эту трясочку. Угу. Попробуем еще разок с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Вверх. Отлично. Вниз. Следующее движение. Трясочка продолжается. Руки по центру. И открываем. Угу. Еще разок. Вверх. И в сторону. Вверх. И в сторону. А теперь по центру. По центру. Вверх. И раскрыли. Четыре. Три. Начнем сначала. Бамп. Раз. Два. Три. Плечи. Пять. Шесть. С
скорость выбирайте сами плечей. И дропс, 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 дропс. Плечи. Ага, отлично. Восьмерка в сторону. Угу. Задержались по кругу. 4, 3, 2. Объемная восьмерка. Раз, два. Голова, бедро. Еще разок. Раз, два. Голова, бедро. Отлично. Трясочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Центр. И еще плечики. Ага. Продолжаем только тряску. Движение тряски и движение плеч идет немножечко уже из другого уровня. Но постарайтесь прочувствовать, насколько вы свободны в движении тряски, чтобы включить плечи. Расслабиться можно только одним способом. Убрать ненужные мышцы, мысли из головы. И просто продолжать делать то, что вы делаете. Готовы? Сначала плечи опустили, макушку вытянули, потянули пресс. 4, 3, 2, 1. Хоп, 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 плечи. Угу. Молодцы. Дропс назад. Бум, бум, чётче бедра. Угу. Плечи. Отлично. Молодцы. Бедра. И раз, два, три, четыре. По кругу. Пять, шесть, семь. Объемная восьмерка. Раз, два. Ух. Молодцы еще. Раз, два. Ух. Трясочка. Раз, два. В сторону. Угу. Еще разок. Раз, два, три. По центру. Раз, два, три. Добавим плечи. 4, 3, 2. Молодцы, еще разок. Хап, 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 хап. Могут быть вариации. Угу, отлично. Уходим назад. Бам, 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 бам. Плечи. Угу, отлично. Бедра. И раз, два. Хап, по кругу. 5, 6, 7, 8. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Трясочка. Раз, два. Вниз. Молодцы. Вверх. Угу. Вниз. Через центр. Раз, два. Угу. Плечи. Угу. Хорошо. Чуть-чуть стряхнули ножки, если они устали. Стряхнули плечики. Хорошо. Расслабили мышцы шеи. Отлично. Продолжаем движение. Шими бедра. Теперь шими плечи. Нейтральное положение. Плечо уходит вперед-назад. Вперед-назад. При движении плеча осознавайте, что вы во время этого движения также двигается лопатка. Угу. Теперь два плеча работают. Одно вперед, другое назад. Почувствуйте это движение. Но при движении чувствуйте вашу лопатку. Угу. Бедра подтянуты. Грудная клетка в состоянии вдоха. Шея расслаблена. Увеличиваем скорость движений. Еще. Еще. Молодцы. 4, 3, 2. Хорошо. Встряхнули ручки. И еще разок. Повторим. Вперед, вперед. Ага. Увеличиваем скорость движения. Продолжаем делать то, что мы делаем. Последите за движением плеч. Лопатка тоже включена в работу. Угу. Исключайте движение в бедрах. Шимит только грудная клетка. Участвует плечо, лопатка.
Угу. 4, 3, 2, 1. Хорошо. К нашему заключительному движению мы добавим шими плечи. Готовы? С самого начала поехали. И хоп, 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 хоп. Угу. 4, 3, 2, дропс. Хоп, 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 хоп. Плечи. Отлично. Бедра. Восьмерка. Угу. Остановились по кругу. Хоп. Отлично. Объемная восьмерка. Раз, два. Еще разок. Раз, два. Шимми. Раз, два. В сторону. Три. Еще. И раз, два. В сторону. Через центр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шими плечи. Раз, два, три, четыре. И еще четыре, три, два, один. К последнему движению, шими плечи, мы подключим шаги. Мы будем делать шаг вперед, 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 точка. Назад, 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 точка. Правая, левая, правая. Все очень просто. Левая, правая. Самое главное расслабиться. Шими. Хоп, хоп, хоп. И назад. Хоп. Молодцы. И еще разок повторим. И. Отлично. Не будьте такими серьезными, расслабьтесь. Отлично. Бамп. И хоп. Хоп. Плечи. Приветствуются вариации. Переходим на дропс. 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 Молодцы. Плечи. Отлично. Переходим на бедра. Раз, два. В сторону. Держим по кругу. Хоп. Угу. Отлично. Восьмерка. Раз, два. Голова в сторону бедра. Еще. Раз, два, три. Шими. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три. Через центр. Три, четыре. Плечи. Пять, шесть. А теперь пойдем вперед. И раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три. И еще разок. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. А теперь сначала. И хоп, 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 хоп. Плечи. Пу. Угу. Молодцы. Продолжаем. Хоп, хоп, веселей. Хоп, плечи. Ага. Переходим. Восьмерка бедра. И раз, два. Оставили по кругу. Ага. Объемная восьмерка. И в сторону. Другую. И раз, два, три, четыре. Шимми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По центру. Раз, два, три, четыре. Плечи. Пять, шесть, семь. Шими плечи, идем. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Еще разок пройдемся. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три. Молодцы. Встряхнули ручки. Втянули, открыли, подтянули. Еще небольшие движения грудной клеткой. В сторону слайд, в сторону слайд, в сторону слайд, в
сторону слайд. Попробуем к этим движениям наложить движение. Шими плечи. Шими, 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 шими. Угу. Отлично. Посмотрите, как шими расслабляет все мышцы. Ага. Хоп. 4, 3. Попробуем сначала. И хоп, 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 хоп. Плечи. Вариации не забываем. Будьте свободны в движениях. И дропс, 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 дропс. Угу. Мягче тело. Отлично. В сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Оставили голову. И еще разок. Раз, два, три. Хорошо. Шими. Раз, два, три, четыре. Сильнее коленочки. Ага. Не падает грудная клетка. По центру. Вверх. Ага. В сторону. Включаем плечи. Оп. Оп. Угу. А теперь шими. Слайд. Раз, два, три. Сходим вперед. Пять, шесть, семь. Сходим назад. И раз, два, три. И снова слайд. Хоп. Хоп. Готовы? Начинаем сначала. Все вместе. Хоп. 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 Чётче удары. Угу. Плечи. Молодцы. Дропсы. Бамп. Бедро падает очень четко. Угу. Плечи. Молодцы. Переходим движение бедра. Круг. Угу. Хоп. И еще. Угу. Отлично. Восьмерка. Объемная. Раз. Два. Голова в сторону бедра. Молодцы. Раз. Два. Три. Шими. Раз. Два. Три. Четыре. Еще разок. Пять. Шесть. Семь. По центру. Хоп. Угу. Открыли плечи. Молодцы. Шими в плечах идем. А, мы делаем слайд, прошу прощения. Угу. А вот теперь проходка. Пум. Пум. Угу. Отходим назад. Хоп. Хоп. Угу. И снова слайд. Молодцы. Отлично. Для того, чтобы сделать заминку, включим все мышцы. Вспоминаем стопы параллельно. Себе. Грудная клетка открыта, макушка вверх. В первую очередь расслабляем мышцы лица. Не будьте такими серьезными. С серьезным лицом, поверьте мне, вы никогда не расслабите мышцы. Поэтому улыбаемся лицом, улыбаемся всем телом и начинаем чувствовать пространство между плечевыми суставами. Насколько оно далеко? Отлично. При этом все мышцы тянутся. Предплечье, бицепс. Дельтовидная, грудная. Все то же самое на другой руке. Тянем себя в стороны. А теперь пытаемся прочувствовать расстояние от копчика до макушки. Тянемся вверх. При этом не забываем, здесь мы скромные. Тянемся вверх. Чуть-чуть перебираем стопами по полу. Угу. Удлиняемся все выше и выше. Как будто мы стремимся головой до потолка. Угу. Хорошо. А теперь движение ножки как можно дальше. Потянули ее от себя, пресс подтянут, и ручки тянутся вверх. Прочувствуйте, как далеко у вас расположены запястья от стопы. Ага, с другой стороны. Другая ножка. Как далеко? Молодцы. Хорошо. И снова в сторону. Угу. Отлично. Втянули. Подтянули, грудная клетка открыта. Правую ручку кладем на левое бедро. Левую ручку вверх и тянемся, как будто мы хотим что-то дернуть наверху за колокольчик. Тянемся вверх, оставляя руку прямо, мы совершаем наклон. Тянутся косые мышцы, бедра остаются параллельно полу.
Еще. Шею расслабляем. Смена положения. Левая рука на правое бедро. Правая вверх. Дергиваем за колокольчик. Ребро как можно выше. Наклон. Чувствуем, как тянутся костные мышцы. Шея расслаблена. Хорошо. Еще тянемся. Молодцы. Для того, чтобы растянуть грудные мышцы и мышцы спины, сделаем запястье, совместив тыльную часть. К центру грудной клетки пресс подтянули и стараемся совместить локоточки. И почувствуем, как тянутся мышцы спины, но при этом следим за прессом. Мышцы пресса подтянуты. Голову опускаем вниз. Хорошо. Вернулись в исходное положение. Ручки в замок назад. При этом следим. Пресс подтянут. Плечи вниз. Насколько комфортно, выводим вверх. Отлично. Молодцы. Еще разок. Потянули. Хорошо. Для того, чтобы растянуть мышцы ног, стопы параллельно. Правая ножка выходит по прямой назад. Пружиним пяточку вверх-вниз. Продолжайте делать то, что вы делаете. Движение вниз. Чувствуем, как тянется икроножная мышца. Мышцы пресса подтянуты. Не уходите в прогиб. Поставили до конца. И вы чувствуете, как растяжение плавно распространяется по всей ноге. Угу. Молодцы. Смена. Выпад левой ноги. По прямой. Следим, чтобы носочки смотрели в одну точку. Молодцы. Пружиним, пружиним. И поставили до конца. Угу. Чувствуем растяжение икроножной мышцы. Плечи расслаблены, пресс подтянут. Совместили ножки. И, наконец, квадрицепс, передняя поверхность ноги. Берем себя на носочек. Колено совмещаем с коленом. И потянем таз вперед. Ощущение растяжения по передней поверхности бедра. Но следим за прессом.